Здравствуйте, дорогие друзья! Как и обещала, сегодня на моем канале выходит последнее видео. Те, кто вчера был на прямой трансляции, те уже в курсе, поэтому они уже обо всем знают. Те, кто сейчас смотрит это видео и не посещал прямой эфир, те не в курсе. В общем, нами было принято решение о том, что мы закрываем канал. Но что это означает? Это означает, что на этом канале больше не будут выходить видео, а конкретно влоги. Влоги теперь будут выходить на новом канале. Сейчас вот здесь у меня видно за спиной. Ссылочка на новый канал будет в описании. Причиной перехода стало то, что с запуском новой студии YouTube, меняя алгоритмы, меняя технические какие-то моменты, лишил возможности некоторые каналы развиваться. И в чем заключается вот это вот приостановление развития? То есть, примерно верно, понимая ситуацию, пообщавшись со многими блогерами, в том числе большими жирными каналами, большими и известными блогерами, мы пришли к мнению, что, скорее всего, маленькие каналы, которые не успели там за год, за два развиться и набрать там, скажем, 30-50 тысяч подписчиков, они для YouTube стали балластом. И для того, чтобы этот балласт скинуть, были настроены, судя по всему, какие-то там алгоритмы, какие-то вот моменты. И в одночасье каналы стали тонуть. То есть они остановились в своем развитии. Нас перестали рекомендовать, нас перестали вам предлагать, они перестали где-то отсвечивать в лентах, и, соответственно, все, провал. То есть, если у кого-то по статистике там кривая как-то вот так вот шла, то потом она просто резко упала вниз. Поняв это, ну, тут видите, как интересно, даже и жирные каналы, но они детские, они точно так же пострадали, как и, вот, скажем так, малыши и песочница. И обговорив, обмозговав, мы пришли к мнению, что мы будем создавать новый канал. Новый канал уже не поддерживается старой студией. Что, кстати, интересно, старый канал, вот еще мой вот этот, он поддерживается старой студией и новый. А вот новый канал, все, там ее больше нет, старой студии. Соответственно, созданы новые алгоритмы и новые каналы продвигаются по-другому. Они ранжируются совершенно иначе. Собственно говоря, это видео для чего я записываю? Для того, чтобы вас оповестить и объяснить причину ухода с этого канала. И, конечно же, позвать и пригласить вас с собой перейти на новый канал. Я хочу сказать спасибо всем, кто подписан на нас здесь, всем, кто комментирует, всем, кто... Может быть, не комментирует, но подписан. Может, и не подписан, но смотрит. Я вам всем хочу спасибо сказать, поблагодарить и попросить вас перейти с нами на новый канал. Давайте вместе начнем жизнь с чистого, с нового листа. Мне очень не хочется с вами расставаться. Мне очень не хочется терять каждого из вас. И я... И мы, моя семья, Игорь, Саша, надеемся и хотим, чтобы вы нас поддержали на новой ступени, на новом канале, перешли и подписались. Приходите, пожалуйста, милости просим, мы рады всегда новым подписчикам, гостям. Ссылочка, еще раз скажу, будет здесь в описании, никаких больше других ссылок не будет, только ссылка на новый канал. Мы ждем каждого, мы ждем тебя, тебя и тебя, вас всех. Я буду благодарна, если вы поделитесь ссылкой нового канала со своими друзьями, со своими близкими. Возможно, кто-то поддержит нас тем, что разместит в соцсетях ссылку. Отдельное вам спасибо и благодарность, потому что я знаю, что вот Лена Тишкова, она в Одноклассниках размещает ссылки. Я об этом узнала, в рекомендациях выпала. Я очень благодарна тебе, Лена. Спасибо тебе большое за поддержку. Это чувствуется. И хочется сказать, что на новом канале будет столько же позитива, столько же хороших и добрых вещей. Многие вы пишете о том, что мы вам поднимаем настроение, о том, что, посмотрев наше видео, мы сподвигаем вас на какие-то дела, на какие-то свершения.
может быть кулинарные, может быть хозяйские, но тем не менее. В общем, давайте закрываем эту страницу, канал не удаляю. Он остается открытым, видео остаются открытыми. Все-таки, как ни крути, это наш семейный видеоархив, и он нам тоже нужен и ценен. Для того, чтобы вы не теряли связь с реальностью, понимали, где, откуда, какие ноги растут, я в новом канале на главной странице просто прикреплю плейлисты отсюда. Ну, мало ли. Вот бывает такое, что Вика, а почему ты стала там блондинкой, ты же была брюнеткой? Эти видео там есть, если я не смогу ответить, может быть, ответите вы, те, кто старенькие, уже знают эту историю, и кинете ссылочку. Помните, что комментировать можно не только меня, но и комментаторов, кто пишет под этим видео, не стесняйтесь, без проблем абсолютно пишите. Ну и в связи с тем, что я решила не заливать старые видео на новый канал, ну да, как вот с чистого листа, новая страница, хочу вас спросить совета. Может быть, какие-то отдельные видео, по вашему мнению, все-таки стоит залить, чтобы они там были? Я здесь просто теряюсь, я не знаю, как вот правильно поступить в этом плане, и теряюсь вот в ситуации, и хочу вашего совета. Скажите, помогите, как поступить? Нужно, не нужно? Может быть, вы скажете: ой, Вика, да, вот это вот видео надо бы залить, потому что, ну, по каким-то таким там причинам. Мне это на самом деле поможет разобраться, потому что то ли дело, когда ты с нуля открываешь канал, то ли дело, когда ты переезжаешь с одного на другой. У меня это первый раз, естественно, опыта нет никакого, но буду рада вашим подсказкам, вашим советам, как всегда. Я знаю, что вы у меня умные, мудрые и даете дельные советы. Собственно говоря, на этом я с вами попрощаюсь здесь. Спасибо всем за поддержку, спасибо всем за присутствие, за то, что были с нами. И хочу сказать, что здравствуйте и привет на новом канале. Пока-пока. До следующего влога на новом канале.